150 високоякісних товарів за демократичною ціною. Продукти харчування, товари для дому, предмети гігієни. Зберіть свою брусничну колекцію. Большие. 700-800 грамм. Одну, значит. Есть, сейчас. Нет. А за это можно? Ну, это какую-то сумму, чтобы оформить. О, хорошо. С меня же ничего за это. Дома заполните и потом сюда принесете или кассиру, или охраннику отдадите. Если есть дома интернет, можете в интернете зарегистрироваться, там даже быстрее будет. Лучше в интернет. Каждый раз при покупке предъявляете карточку, она накопительная, бонусы будет накапливать. 1% от покупки. Накапливается, потом можно расплачиваться как деньгами, когда зарегистрируетесь. Ну, они сейчас просто накапливаются, когда зарегистрируетесь, можно снимать. Там их 4 штучки. Можно это отрывать. Положить. И куда я могу тратить отрывные? Сюда, в этой брусничке, только кроме акцизных товаров. И на сколько гривен один? А? На сколько гривен один отрывной? Ну, что? Этот жетон, что мне дают? Там ничего нету сейчас. Вот я вам сейчас пробила, там 87 копеек может быть. Вот, видите?
когда скупляетесь, 1% от покупки на каждый раз на карточку капает. Потом вы находите какую-то сумму, можете снимать. То есть зарегистрировать. Хорошо. А потом как его товарить? Просто приходите сюда, даете карточку, пикаете, и там если есть бонусы, то да, просто купите. Если есть бонусы, то можно снять как деньги. Там либо чуть-чуть убрать, либо если накопили много. Ну, можно же и заплатить же за продукт. Ну да, если много накопили, например, можете за все снять. Если это чуть-чуть, можете копейки какие-то снять.